Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Безумные монстры». Так, и сейчас мы с вами приступим к открытию сундучков. Вы посмотрите, сколько я их накопил себе. И будем, наверное, надеюсь, сегодня апать свои дополнительные скиллы. Так что надо приступать. Так, приключения, ну, эта тема у нас отдельная. Поехали, ребята. Так, жгучий улей, отлично, жаба войны. Ну что ж, для начала неплохо. Давайте теперь вот этот вскроем. И тут у нас попадает огненный дробовик. Отлично, мы его можем апнуть. Также у нас УЗИ чуть-чуть не хватило, чтобы его проапать. Холодильник, великолепно просто. Леденящий лук тоже можем апнуть, замечательно. Топоры дровосека, ну я ими пока не пользуюсь, так что в сторонку. Жаба войны апается, замечательно. И Тесла граната. Не знаю, честно говоря, что она делает, я ей не пользовался. Погнали дальше. Так, осколочная граната. Тоже на ап готово. Так, гарпун. Следующий у нас идет дискошар. Тоже будем апать, естественно. И аптечка. Вот это самое то, что нам нужно, ребята. Потому что последний гадский босс здесь очень противный и мерзкий. Так, леденящий улук на ап. УЗИ тоже. И кролик Дэвид. Вот мне бы еще кролика бы проапать, было бы совсем хорошо. Так, что у нас тут? Осколочная граната и последняя карта Молотора тоже апается. Все, вообще шикарно, ребята. Лишь бы у меня хватило на это все материалов. Так, тут у нас ничего хорошего не написано. Я думал, опишут, что делает аптечка. Так, ну что ж, давайте боевую жабу апаем. Ух ты, замечательно. Так, теперь, наверное, давайте лук. Хватит там на лук. Ух, ё-моё, льда у нас куча, поэтому зашибись. Так, а на дробовик тоже хватает. Ну что же, в принципе, все основное проапали. Жалко, что молот и УЗИ у нас не апаются. Очень-очень плохо. Ну что же, наверное, пора переходить нам в компанию, да, и пробовать валить босса. Вот, вот он, ребята, этот злобный зомбарь. Ну а дальше нас ожидает еще что-то лучшее. Так что давайте будем приступать. Кстати, мне нужно поднять, наверное, уровень. Давайте-ка мы с вами вот здесь вот немножечко поиграем. Так, на сложно я не хочу идти, потому что тут нереально выиграть. А вот это, в принципе, можно. На легком. Нам-то какая разница, да, во что играть? Лишь бы набивать себе очки опыта. Заодно и посмотрите, что такое приключение. Так, поехали. Кто нам здесь достается? Ну, эти мои ребята бравые активировались. Отлично. Ух ты, смотри, какие красавцы. Ребята, я буду пользоваться гарпуном. Знаете почему? У него есть одна замечательная вещь, смотрите. Иди сюда, сосунок. А, гоблин. Правда, ребята, с заднего ряда мы вырываем рандомно. Так что особо радоваться нечего. Так, ну, так как здесь легко, мы будем их разбирать с полтычка. Жри улей, осьминог. Отлично. Так, холодильник. Ну ладно, пускай будет тролль. И пора бы, наверное, с ними завязывать, ребятушки. Опа, опа. Ах, черт подери. Осьминога не добили маленько, но сейчас ему крышка. Все, ребятушки. Ну что у нас тут за амбарь? Так, слизнюк, сожри улей, говнюк. Иди сюда ко мне, сейчас я буду тебя разбирать потихоньку. Выкуси дроби. Черт, ну сгорит, нет. Пестициды нам в помощь. Ну что, мухомор, давай теперь тебя будем разбирать. Так, он еще подхиливается. Хотя он хилит зомби. Это хорошо, давайте улей бросим. Ну, а теперь, я думаю, давайте заморозим кого-нибудь. Ага, зомбарь заморозился, замечательно. Так, морковка вытягивает. Хотя он погибает сразу там. Все, и остался у нас только зомби. Сейчас мы его нахлобучим, ребятушки. Опа, опа, готов, охламон. Так, опять у нас здесь эта башня появилась, а? Китайская стена, блин. Ну, сейчас мы, ребята, кого-нибудь вытянем. Ага. У нас гоблин. Получи и распишись. Давайте еще, наверное, из дробовика ему. Пускай он горит и потихоньку будет сгорать. Хотя, я думаю, это нам не пригодится. Так, все, готов. Нет, смотрите-ка, не готов он нифига, потому что его мухомор готов его подхилить. Ладно. Все, сгорел на работе, короче, чувачок. Давайте тебе из арбалетика. Опа, опа, нормуль. И добивочный этой стенки. Все, шикарно, ребята. Мы получаем с вами очки опыта, а также пробирки. 63 штуки, а пробирки нам, кстати, нужны будут. Вы не забывайте. И сундучок мы с вами зарабатываем. Все, значит, надо ехать нам дальше. Потому что буквально 1000 не хватает до следующего уровня. Для начала нам нужно определиться с миссией. Так, здесь у нас что? Легко. Ну, возьмем на заметочку, здесь у нас сложно. Нет, не хочу сложно, ребят. Вот, давайте-ка мы с вами вот это, среднее попробуем пройти. Мы должны после этого, наверное, все-таки получить уровень.
и пойти в нашу основную компанию. Ну что же, понеслась, ребята мои активировались и поехали. Давай-ка улей для начала. Кстати, улей прокачан неплохо, как видите, довольно хорошо жарит. Так, выкусить дроби и заодно горит. Замечательно, изуть его. Ха-ха, хламонище. Так, ну что, давайте-ка вот так делаем. Не догорел, гад, не догорел, блин. Что ж ты будешь делать? Так, ну, гоблин, ты будешь умирать или нет? Давайте, наверное, вытянем его оттуда. Нечего там ныкаться. Да, и... Нет, улей, улей пока не будем. Вот так вот мы сделаем. И теперь зомбарь у нас остается. Все, он, ребята, в нашем распоряжении. Будем его сейчас нахлобучивать. Хотя он успеет, гад, сделать удар мне. Ага, отлично. Так, ну я аптечку тратить не буду, ребята. Она нам пригодится, наверное, на босса, скорее всего. Этих охламонов мы с вами и так закочерыжим. Иди сюда, муха навозная. Сгорела, ё-моё. Так, ладно, давай еще разок долбанем. Так, мне бы, конечно, бы вот тот мухомор как-то достать надо, а. Все, хорошо, что он заморожен пока. Мы его сейчас еще подтянем сюда к нам. И будем его здесь уже разбирать. Давай, вот, гори ты там. А тебя начнем, давай из УЗИ. Тррр, нормуль. Так, и я думаю сейчас. Давайте из дробовика его прихлопнем. Готов, так, полено гнилое, горящее. Сейчас я с тобой разберусь. Шутить я не буду. Так, и добивочный. Нет, ребята, не добивочный, не получится у нас. Он только будет гореть, все, ульем. Ульем мы его раздолбали. Так, и смотрите, выбежала здесь стена, похожая на клоуна, расписная вся в граффити. Короче, давайте вот так вот мы сделаем, вытянем. Ага, осьминог подтягивается. Хорошо, он-то нам и нужен, потому что он хорошо критует, а нам это нафиг не нужно. Фу, разобрали его с полтычка. Ну что же, мухоморчик, наверное, тебе пришлось помирать время. Черт подери, зачем я это сделал, ребят? Не... Да какого лешего? Ну, ай, не то все делаю, не то, ребята. Ладно, не будем паниковать. Это у нас, по-моему, последняя волна или нет? Нет, ребята, не последняя, это, по-моему, вторая. Ладно, давайте по-быстренькому разбирать. Иди сюда, я знаю, мухомор, ты сейчас будешь тут всех хилить, а нам это не нужно. Выкуси из дробовика, и ты готов. Все, отлично, все, стеночка наша, ребят. Ну, разбираем ее без проблем. Ты гляди-ка, он выдержал удар из арбалета. А нет, ребята, это была последняя волна. Отлично. Так, 99 гаек получили, тоже пригодится. И плюс сундучок нам в копилочку падает. Есть! Вот о чем я вам и говорил, ребята. Восьмой уровень у нас в кармане. 1449 хп, поэтому я думаю, что пора нам перебираться в компанию. Так, мы можем здесь еще и усилить. И тут у меня возникает вопрос, что лучше, молот Тора или УЗИ? Так, УЗИ у нас бьет по одной цели, молот Тора по всем. Давайте, наверное, его и улучшим. Отлично, все, потом накопим и УЗИ добавим, как говорится. Так, больше у нас ничего здесь нету, идем с вами смело в компанию. Ух, уровень монстров 8, они одного со мной уровня, но у меня есть аптечка, ребят, не забывайте. Поехали. Ну что же, мои охламоны активируются, это отлично. И у нас здесь, ага, давайте улей. Шикарно, так, заморозку. Нормуль, пока все идет отлично, давайте еще улей. Так, ну что, мухомор должен, наверное, сгореть. Так, арбалет нам в помощь. Нет, протянет он, протянет. Жалко, что не ноги, конечно. Блин, давайте, наверное, вот кого-нибудь вытянем. Черт подери, я не успел, маленько. Иди сюда, гаденыш, а, расстреливаем его. Так, мне бы добраться до мухомора, хотя он сейчас сгорит, давайте вот его жри. Блин, он опять отхиливается, ну что ты будешь делать? О, все, готов. Готов охламон, и у нас здесь дед-зомби. Дед-зомби. Ну, давай, выживет, да? Да, выживает. Все, сейчас мы его добьем, ребятушки. Выкусим морковочки. Так, это у нас вторая волна, потом уже будет у нас босс. Хорошо, жрите улей, гаденыши. Так, молот Тора, он бьет по всем, но по тем, конечно, он бьет немножко. Первая цель, которую он настигает, больше получает урона. Так что будем этим пользоваться, ребята. Ты задолбал уже отхилиться, мухоморчик. Так, опять этот зомбарь сюда прибежал, а пират хренов. Ладно, давайте мы с вами сейчас из арбалета шмальнем и кого-то должны подбить. Да, мухомор погиб, остался лишь у нас только этот осьминог. Ну-ка, эх, не то, конечно, не там заморозил, ладно, фиг с ним. Давай, вот так мы добили, отличненько. Теперь разбираем старого деда пердуна. Ух, шикандос. И вот он, ребята. А ты знал, что я самый живучий монстр по версии журнала «Сила негодяя»? А ты знаешь, что у меня есть аптечка, олух, а? И теперь я думаю, что не так-то просто будет меня подбить. Ух,
Замечательно, мы его еще и заморозили. Так, давайте-ка вот так сделаем. Иди сюда, гоблин, ты меня бесишь, потому что ты очень много наносишь дамага, и меня это будет нервировать. Так, ну-ну-ну-ну-ну, дробовик, давай. Оу, щет, ты посмотри, вовремя этот олух-то вышел, да еще и в пузыре. Блин, давайте пестициды. Вот так вот, что, не нравится, хламон? Я использую аптечку, потому что очень мало у нас хп. Давайте вытягивать, кто у нас тут? Ага, слизнюк. Ну что ж, давайте, наверное, молотом. Молот, нужен молот, так, отлично. Черт, не добили, маленько всего лишь, блин. Ох, ты посмотри, что происходит. Так, на, выкуси, гаденыш. Так, нам нужен арбалет. Все, отлично. Мы теперь с этим ублюдком один на один. Давайте его заморозим для начала. Вот так вот. И теперь будем потихоньку разбирать. Я думаю, что удар-то мы должны один выстоять, если он сейчас очнется и ударит. А он ударит, поверьте мне. Так, замечательно. И давайте молот Тора. Вот так вот. Ну, сгорит ты уже. Пестициды. Ух ты! Он так сгорел. Ребятушки, смотрите, новый сундук нам достается. И кто в нем? Это кто такой? Это похож на кота доктора какого-то. И о, да, ребята, мы с вами прошли миссию, получили хороший сундучок, но почему-то нам не дают ни листиков, ни награды. Странно как-то. Ну, хоть сундук дали, и то ладно. Ну что же, у нас вторая глава открывается с вами. И можно, в принципе, заглянуть, посмотреть, что там у нас будет. Как мы видим, пропасть здесь ничего не можем, так что придется идти так, на сухую. Странные дела, уровень монстров 9, ребята, это уже серьезная заявочка. Так, ну... Кто у нас здесь? Так, ну это понятно, жаба, кролик активировались. И... Опа-на! Новый монстр! Гадкий маг! Так, поддержка. Слабый удар наносит урон 92 единицы, а здесь смешать карты. Меняет все карты на случайные из колоды и делает их стоимость равной. Ого! Ну-ка, давай-ка посмотрим, что это такое. Для начала из арбалета... Шикарно вытягиваем. Так, и нам этот маг достается гадкий. Ладно, давайте его уничтожать. Слушайте, у них очень много хп уже идет. Ты посмотри, какой, а? Магистр кислый щей, да сгорит уже. Блин, нет, он получил подхил от мухомора. Ладно, сейчас, сейчас, ребятушки, сейчас мы его... Что он делает? Ха, нифига, вот что значит сжечь все карты и сделать их по 5 маны. Оу, ребята, вот это уже сложнота начинается. Так, давайте разбирать тогда как-то потихоньку. Блин, да какого лешего, тролль, ты мне не нужен был. На, тогда тебе заморозочку. Так, улей, давайте, наверное, бросим с вами улей. Пускай сгорает у нас этот потихоньку мухомор. Черт, не дают нам карты, пока я их не активирую. Вот, вот это хорошо, что ты так сделал. Как раз подстать. Расстреливаем. Ну что, будем, наверное, вытягивать, ребята, этого мухомора. Он все равно сейчас отхилит, да? Да, он хилит танка. Ну, давайте тогда вот так вот сделаем. Все, ребята, он наш. Сейчас мы его разберем. Блин, лишь бы выжить нам в этой схваточке-то. Ух, ну, сложнота действительно пошла. Получи тролль. И давайте его, наверное, да, вот так вот сделаем. И... Гад вонючий, ты посмотри, он напоследок меня ударить посмел. Все, сгорел. Так, опять китайская стена. Это, я так понимаю, так выглядит маг. С мечиком. На-ка, выкуси. Так, давайте-ка кого-нибудь вытянем. Кто тут у нас? Ага, как раз гоблин. Отлично, у него мало хп. Сейчас будем с ним разбираться. Так. Оу, УЗИ у нас отлично шмаляет. Надо будет это запомнить. Но нет никакого эффекта. Да ты достал уже, магистр, а? Так, придется наугад, ребята. Заморозка. Придется активировать. Так, улей, как раз мы бросаем в мага. Пускай он там поджаривается. Блин, как же долго ждать, пока я накоплю 5 маны, чтобы открыть какую-то карту очередную. Вот это не фарт, ребята. Не фарт какой-то. Очень-очень хороший, так скажем, скилл вот у этого мага. По крайней мере, для них. У меня такого, к сожалению, нету. Если бы у меня была бы, знаете, какая карта, чтобы я мог им, например, откатывать ихние вот эти удары, было бы вообще замечательно. Сдохните, как говорится. Ну, последний, ребят, последний, наверное, выстрел. Пока, родной. Ну, сгорит уже. Все. Отличненько, поехали дальше. Хе-хе, маг-клоун с динамитом, отлично придумано. Но это тебя не спасет, охламон, будем вытягивать. И нет, хотел, конечно, не осьминога. Ладно, будем тогда бомбить его. Выкуси и гори. Гори в аду, гаденыш. Так, давайте молотом теперь все. И теперь давайте-ка... Да что ты... Вот смотрите, я только хочу что-то применить, как начинает гореть мои карты. Ух, ё-моё. Ну, давайте еще что-нибудь попробуем открыть. Открыл на свою голову, когда тролль встал в защиту. Пускай тогда горит.
Так, отлично, тот сгорел, замечательно. Пока все очень хорошо идет. 236 хп, этого очень мало, ребят. Поэтому нужно поторопиться нам. Оп, оп. Ух, остался лишь только этот гаденыш. 92 урона он наносит, поэтому мы выживем в любом случае. Есть. Ух, вот это баталия, ребята. 216 гаек нам дают. Это, кстати, неплохо. И еще один сундучок. Жалко, что место у нас кончилось для сундуков. Поэтому я не вижу пока смысла проходить дальше, терять сундучки. А интересно, мы можем что-то прапать с вами? Вы посмотрите, кто у нас там будет. Ну, в принципе, те же самые охламоны. А вот этой птичкой, это, я так понимаю, у нас обозначается маг. Ну что, у нас только граната и топор, больше ничего не можем. Жаль, а кто это такой? Восстанавливает здоровье перед каждой волной. Сложно быть врачом, когда от половины пациентов хочется откусить кусочек. Но пусть это будет нашим маленьким секретом. Ха-ха-ха, доктор Царапка, да, это кот, ребята. Ну что же, я предлагаю, наверное, на этой ноте завершить это видео. Обязательно увидимся с вами в следующей серии. И продолжим проходить безумных монстров. Копить себе новые скиллы, развиваться. Может быть, кто-то еще к нам новый присоединится. В общем, это все будет уже потом. Ну, а на этом все. Всем большое спасибо за просмотр. Лайкусик за видосик, если вам понравилось. И до скорых новых видосиков, ребята.